Незабываемое путешествие в самое сердце Востока ждет самарских зрителей уже в эту субботу. Королевский цирк Дии Ирадзе представит красочное шоу «Песчаная сказка». Это уникальный цирковой спектакль, не имеющий аналогов. Цирк. Мы ломаем стереотип, что это только для детей. Красота костюмов, красота декораций, тонны света, звука и уникальность всех номеров, танцев, животных, конечно, она удивит и взрослого тоже. Каждый номер – это целая история в рамках общего сюжета. Титулованные артисты Королевского цирка Дии Ирадзе и компания «Росгосцирк» – ловкие акробаты, головокружительные эквилибристы, воздушные гимнасты, мастера конной акробатики – смогут впечатлить даже самого искушенного зрителя. Также гостей ждет встреча с белоснежными самоедами, двугорбыми верблюдами, забавными обезьянами и другими четвероногими пушистыми пернатыми артистами. А главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов. На арену выйдут сразу три полуторатонных африканских бегемота. Самое интересное, что я когда создавал номер с бегемотами, я заранее написал в бумаге все те трюки, которые можно исполнить с ними. И практически я все эти трюки выполнил. Отправиться в путешествие в самое сердце Востока вместе с артистами «Песчаной сказки» гости и жители Самары смогут уже в ближайшие выходные. Премьера представления состоится уже в эту субботу, 4 февраля. Александра Гусева, Николай Епифанов. События.